дерево, она подходит, ты туда вовнутрь все вода. Там не пройти ничего, не проехать, все в нее. Сейчас лужи нет. А лужа сейчас пойдет побольше и пошло. Дом, там мел, вода, качество. Первый порожек полностью был, вот это все было залито полностью. Это я подставляю с крыши. Вроде. Они говорят, это у вас, наверное, с крыши. Я говорю, да конечно, первый год, что ли. Это песок намыло все. Вот отсюда, вот тут был котлован. Вот эти вот газовые как колодцы, вот они вот, вот тут один оголился полностью. Вот, я ремонт не делаю, потому что вот это, думаю, сейчас вот эти паводки пройдут. Вода была, а вот сосед отгородился, смотрите, где-то, да, ладно. Не было у меня там квартиры, где я тут прихожу, не помню, там кусок. А вот там остатки. Смотрите, вода так идет и прямо на подвал. Как можно? Ну, вот этот даже снег много, поэтому так. Раньше так снег не бывало.